Здравствуйте, дорогие друзья, это канал Максимадзе, и у нас LEGO City Undercover продолжается. И, в общем-то говоря, это вторая серия. И да, вторая серия уже была на канале, она выходила еще в прошлом году. Но она исчезла, потому что один Чмошевич Давалкин удалил ее. Просто взял, просто какой-то завистник, походу, взял, взломал канал мне. Удалил несколько видео и все четыре видео удалил. Три из них я смог восстановить, у меня они в папках сохранены были, а вот LEGO City не было. Так что придется перезаписывать. Скажите спасибо этому антимаксимадзе. Повезло, что он 4 видео только удалил. А ведь он мог и удалить канал. Он мог просто взять и удалить канал. Очень, так что нам очень повезло, скажем так. Так, ладно, ждем пока это загрузку. Вчера я перепроходил до того самого места, где мы остановились. Первой серии. В этот раз я тупить, наверное, так сильно не буду, потому что я же проходил уже вторую серию, записывал, и уже вроде бы помню, как что делать. Но это было. Хотя, впрочем, прошло немало времени, так что. Могу что-то забыть. Последний покупает шефу пончики весь следующий месяц. Привет, Чейз. Хорошие новости. Теперь у тебя есть навигатор. С его помощью ты можешь легко ориентироваться в LEGO City. Я отметила место расположения Cherry Tree Bank полицейским значком. Молодец. Навигатор. Теперь ориентируйся по зеленой линии, и она приведет тебя прямо на место. Так. Давай, садись, чего ты? Чейз? Да, медок? Я заблудился. Может, мы отменим пари, а? Угу, сейчас прям. Преступники грабят банк, а мы ничего не делаем? Нет, мы не оставим это так. Далеко ехать не надо. Давно это снимал, так что уже и не помню некоторые вещи. Руки вверх и на выход! Что за клоуны? Тупицы полицейские. Хватай этого Джокера! Да, без проблем. Что это было? Ой-ой. А я забыл, как сдавать назад, я забыл. Назад, как ехать? Я реально забыл, как ехать назад. Вот это что ли? Нет, не это. Нет, я не помню, как назад ехать. Где-то все... А, погодите, что-то я нажал. Нет, это не то. А, вот, все, понял. Управление тут просто чертовски неудобное. Но нельзя сделать так, чтобы машина ехала на это... W вперед. Только мы из-за этого дурацкого управления отстали сильно очень от него.
А, твою же мать. Опа, чё это? Стоять! Или я буду вынужден бежать за тобой дальше! Может, ты всё-таки попробуешь поймать меня? Да-да, сейчас. Я покажу тебе, где раки зимуют! Тебе ещё не надоело пялиться на мою спину? Попался. Тебе чудик. Тебе даром не пройдет. Теперь этим городом правят жулики. Это ненадолго. Один из трех. А, звонок. Чейз, есть новости? Да, я только что арестовал этого водилу на стрим. Отлично! И очень вовремя, так как мы получили срочное анонимное сообщение. Какой-то клоун пытается залезть на крышу кафе «Краснуха». Может быть, это один из грабителей. Либо так, либо я сейчас испорчу какому-нибудь ребенку день рождения. Еду. И куда я задевал свой полицейский свисток? С этим свистком я просто король на дороге. Да, немного странно, конечно. Полицейским тут разрешается любую машину садиться. Но здесь же, да? А, или наверх надо. Да, точно. Уважаемые, наверх. Минуточку внимания. Есть тут тот клоун, который ограбанул банк. Ну, это было бы слишком просто. Свяжусь-ка я с Элли. Элли, этого клоуна и след простыл. Не переживай. Теперь у тебя есть бандит-детектор. Воспользуйся им на террасе кафе и сможешь засечь находящихся поблизости бандитов. А что потом? Арестуешь, может. Там буква К только что была или... Мне, я так понял, спуститься надо тогда. Нет, по-моему, это не... Это здесь. Я понял, только что тут делать надо. Так, монетки, монетки. Что здесь надо сделать? А, К нажать. Просто что-то К не помечалось тут. Буква К не высвечивалась. Я так понял, это просто обычные люди. Да, прям то, что надо. А давай-ка немного разукрасим это серое скучное местечко. Уже намного лучше. А, не хочу показаться нескромным, но какая красотища-то. Я проделал длинный путь для того, чтобы полить цветы какого-то незнакомца.
почти поймал меня, парень. Кис-кис-кис-кис-кис. Чё это ты там делаешь, а? А, ящик. Ага! Прыгать, что ли, не умеешь? Еще чуть-чуть, и моему терпению придет конец. Понятно? Ку-ку. А, не можешь забраться? Залезай, схвати меня. Ку-ку, пока. Тебя ведь Джек зовут. Так воспользуйся бобовым стеблем. Ох, прости. Сломал. Сломал? Ничего, я без труда могу починить. И меня зовут не Джек, блин. Я думал, починить смогу. Нет, он его... Нет, он исчез просто. А, он сюда проходит. Ящик мешает этот. А, еще вот это мешает. Ну и вроде все. Подождите, а что еще надо? Я так запрыгнуть сюда надо или что? Но я не думаю. Я реально не помню, что я делал во второй серии тогда. А, вот, тут мешает. Да, извините, я вам помешаю. Нормально помешали человеку отдыхать. Нефиг, чтобы сказать, извините, можете отодвинуться. А, понятно. Так вот, пока мы всем этим делом занимаемся, он уже, наверное, слинял отсюда далеко. Выходи с поднятыми лапами. Нет. Ёлки. Стоять! Или я буду вынужден бежать за тобой дальше. Хватит! Я самый законопослушный клоун на свете. Стоять! Или я буду вынужден... Одно и то же повторять будет. Вот и все, собственно. Еще один остался, я так понял. Либо по-хорошему, либо по-плохому. А, по-хорошему. Один из парней сказал, что если ограбление пойдет не по плану, то он прыгнет на сухогруз. Меня посадят в приличную камеру. Конечно. Ух ты, а ведь получилось по-хорошему. Чейз, ты разыскал грабителя? Ты как почувствовала? Да, его уже увезли. Похоже на то, что один из грабителей засел в доках. Отлично. Арестуешь его? А, подожди, я проверю свой ежедневник. Как только схватишь его, позвони. Я обожаю мороженое. Последнего грабителя. Экстренный случай. Одна. Да, как-то не очень
не очень хорошо себя чувствуешь, если честно же, потому что воруешь чужую машину. Это же не совсем GTA, мы играем не за преступника. Мы играем за законопослушного человека, за полицейского. И как-то немного стыдновато, если честно, машину чужую воровать. Как-то даже неохота это делать. Ну, раз уж никто не запрещает, почему бы и нет. Так. Вроде что-то я помню здесь. Точка, точка. Ну, запрыгнуть сюда надо, да? Стоп, куда ты вытащил-то? Что-то я тут не... Что-то не находит он никого. Не, ну это грузчик. А вот это бандит, наверное. Ну, класс. И как мне туда попасть? А, какой ты... О, эй, полисмен, вы меня не выучите? Мне нужно открыть эти ворота. С удовольствием. Отлично. За мной. У него каких-то зубов, что ли, нет? Почему он так говорит? Так. Так, секундочку. Что надо сделать? А, встать. Окей, открыли. Эй, спасибо, друзья. Запомни. Она украла ее прямо из рук. Простите, вы не подскажете, как попасть на этот корабль? Конечно. Сейчас Висну и Ларри подбросят тебя с помощью своего крана. Спасибо. На здоровье, но сначала я должен перекусить. Окей. Что мне не светит? Потому что эта паршивая чайка стащила мой бутер. Пойду и разыщу его. Я уж думал, он скажет, нет, нельзя попасть на корабль. Если найдешь бутер с огурцом, это точно не мой. А у тебя с колбасой, да? Надеюсь. Если найдешь бутер с колбасой и вареньем, да, точно. Это мой. Отдай. Давай сюда бутерброд, крысеныш крылатый. Выглядит не очень аппетитно. Мой бутер! Ах, как тебе не стыдно. Ларри, подбрось парня на корабль. Не вопрос, шеф. Ну давай, быстрее уже. Полицейский, я сегодня на задании. А, плавать будем? Ну так. Он плывет медленнее, чем клоун, что ли? Почему? Стоять, полиция! Может мне спиной вперед убежать?
смогу помахать тебе ручкой. Все, попался, зараза. Всех троих сделали. Так, на сегодня закончим. Пожалуй. Всем спасибо за Всем спасибо за просмотр. С вас и подписался с меня эпичный видос. Подписывайтесь на стримерский канал, вступайте в группу ВКонтакте и всем пока.